«Танцы в парке». 7 мая в 11 утра в парке Толстого стартовала акция танцевальных субботников. Проходить теперь они будут во всех скверах городов Подмосковья. Сегодня акция приурочена Дню Победы, поэтому на площадке осваивали танцевальные па ветераны. К ним также присоединились активисты общественных организаций «Химок», «Красногорска», «Мытищ» и других городов области. Долголетие, оно совместимо, наверное, только с движением, поэтому мы стартуем сегодня, даем старт этой акции «Танцы в парках», где примут участие все муниципальные районы до 1 октября, это уж точно во всех парках Подмосковья. Начали танцевальный марафон с зарядки. А уже потом все закружились в танцевальном вихре. Полонез, вальс, современные ритмы. На танцполе все забывали про возраст. 32 года. Солнечногорска. А не тяжело? Ой, ну что вы? Я занимаюсь спортом, вообще-то у вас чудесно. У нас такого парка нет. На Лобне живем. Мы на Лобне далеко. Если близко жизни, я, конечно, в субботу ходила бы и ночевала бы. Хорошее настроение. Хорошее. И танцы великолепные. Радость такая праздничная. Я бы станцевал цыганочку, яблочко. Всю жизнь танцуем, всю жизнь танцевали и будем танцевать. Поддержать ветеранов пришла и известная химчанка, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Вот это общение, встречи, плюс еще погода. Не зря, наверное, такая акция, что активное долголетие. Поэтому вот эти все ветераны, они настолько активны, они любят жизнь. Я думаю, что я сегодня станцую с ними. И свое слово сдержала. Впрочем, усидеть на месте было сложно. На площадке давали зажигательные мастер-классы по латино профессиональные танцоры. Устала, перекур. Очень ритмичные танцы. Теперь каждую субботу в 11 утра в парке Толстого всех желающих ждут на танцы. Организаторы обещают насыщенную программу и в дальнейшем. Ирина Веременко, Сергей Гвоздев, служба новостей.